Прям хотите как узбечка быть? Да. На русском понимаете? Да, да, я хорошо понимаю. О боже. Что это? О боже, свет отключили. Это бывает? Да. Ну, это бывает. День полета в Узбекистан. Из-за 2 килограмма все вытаскивали вещи и еще собрали. Мы прилетели в Ташкент, Узбекистан. Благодаря нашему другу Амира мы могли очень спокойно и хорошо пройти в аэропорте. We have two baggage. Yes, two baggages. Tickets, right? Yeah. Два чемодана. Mm-hmm. Тут туалет тоже очень классный. Oh my god. Что случилось? Тут вообще есть отдельный магазин. Duty free. Уже скончался? А ты же говорил, что ты уже Ani, yogi'nin çimi daha ona? Что происходит тут? Google по щуке, даже у нас в Корее нет такой места. Инта? 저기로 이제 그 나간대, 나온대. 맞아, 치마다니. Подружки из Ташкента, они помогли нам. Очень жарко. Салон, салон. Осторожно, тоже. Тут чуть-чуть страшно, перейти дорогу. Конечно, я в Узбекистане, нужно посмотреть, как тут красится и салон. Эксперт ветеран, да? Мафтуна, она моя подписчица, и мы приехали вместе в салон. Она посоветовала. Салон достаточно красиво выглядит и чисто. 메이크업 하는 거야? 메이크업. Да, да, я хорошо понимаю. Масочку снимите? Да. Если хотите, я один. А, не-не, просто я без макияжа, поэтому... Это кондиционер? Да, он вот такой у нас шумный, к сожалению. Я все лето так работала, и я уже привыкла к его шуму. Если его выключить, тут будет очень жарко. А, хорошо. О боже. Что это? О боже, свет отключили. А? Свет отключили, электричество. Это бывает? Да, ну это бывает. Первый. Ну, я-то спокойно крашу без цвета, просто как ваше видео. Оно ничего, ничего, нормально. Без шума, руще. Это балзам для губ. Ланеш, ланеш. Это тоже корейское. Покажите. Я люблю вот эти продукты. Вот это вообще лучшее. Какой вы любите тон? Немножко, один тон светлее. Светлее, да? Влажный вы любите, когда он чуть-чуть блестит, или матовый? А как узбекчики предпочитают? Ну, они любят все. Ну, я думаю, тут больше любят матовый темп, да? А, да? Плотный, да? Да, плотный. Матовый. Плотный и матовый? Давай сюда. Прям хотите как узбечка быть? Да. У нас девочки любят больше контуринг. Например. О, давайте вот так, да. Любят. А кореянки больше, по-моему, любят румяна, да? Да. Чуть поплотнее сделают он. Угу, хорошо. Чтобы были как узбечек. Узбечки темная кожа или как? Бывают и очень белые узбечки, зеленые глаза. О, это узбечка? Да, а бывают очень темные. У нас очень разные девочки. Да, я похожа на девочку? Нет. Наверное. Консилер. Консилер, Нарс, да. Мой самый любимый. У нас, у меня тоже. Да? Да. О, вверх тоже? Чуть-чуть я выравниваю тоже кожу века. Вы красились южную кореянку раньше? Да. О, из Южной Кореи? Да. О. Где-то 2-3 раза. О. Но они те, кто здесь живут, наверх. Многие работают. Они не говорят на русском. А как вы разговариваете? На английском. Балзам. Корейская косметика. Расслабьте, закройте глаз.
брови? О, мы обязательно узбечки красят брови. У нас даже если ничего не красят, брови красят. Обязательно. Узбечки, да? Да. У нас любят яркие брови. Это я говорю, темно уже. Я очень интересные брови получилось. У нас вообще параллельно, без кривой. Прямо? Да. Воу. Бодро. Контур. О, так много делаете, очень, да? Очень много. Это я еще мало делаю. Это мало? Это мало. На свадьбе мы делаем прям очень много, девочки просят. Контур. И кремовый контур, да. Почему контур? Так потому много? Что, знаете, у нас у узбечек чаще щечки есть. Вот у вас же есть скулы. Щечки это тут? Да. Да, большие. И они хотят сделать лицо меньше. А из-за щечки хотят делать лицо меньше? Да, худее. Поэтому они просят меньше румян, блаш, меньше, и больше контура. У нас наоборот. Больше румян и меньше контура. А хайлайтер? Хайлайтер тоже редко пользуемся. Редко, да? Половина контура. Нос. Это хайлайтер? Слегка. О, уже не кореянка. Это не корейский. О, так много хайлайтеров. Да, кореянку я не смогу вам сделать. Только узбечку. Это тоже хайлайтер. Еще хайлайтер? Еще хайлайтер. Будете вся блестящая. Ну, узбечки волос не красятся. Нет, красят. Красят? Да. Я улицу не видела много. Красят, красят. Это что такое? Как у вас, это румяна. Румяна? Вот. Так делаете? У нас только тут один. Нет. А тут о, вот. Нет, а, у нас вот так вот делают на серединку, а потом растушевывают на контур хайлайтер. Ого! Чуть-чуть здесь и добавлю. И еще? Да, хорошо. Ангузангате? Имиангате? Это кремовые тени. А, тени? Шарлотта, да. Вот прям совсем по-другому. Очень по-другому. Наверное, Ташкенте жарко, поэтому любят матовый макияж. У многих жирная кожа. У нас у многих прыщи, вот эти постакне. Они хотят заматировать и закрыть. А если я сделаю такой легкий тон, это не закроется. У нас обязательно легкий тон. А эрбориан вы любите? Это не корейский. Корейский, но это только некоторые визажисты про это почитают. Вот эти вот мне нравятся, вот CC крема, у них классные. Если хочешь, можем поехать. И в Узбекистане любят такую косметику? У нас очень любят эрбориан. Хотя я крою корейскую косметику в магазине. У нас узбечки любят коричневый. Я пробовала, не кореянка сейчас. Обожают коричневый, бежевый, ой, персиковый. У нас совсем. У нас оранжевый. А, нет. Не, не. Это что-то между. Ну, не прям вечерний. Нас обязательно красят под глазами. Я вас еще не ярко крашу. Это не ярко? Обязательно у нас делают спарк. Еще глиттер, да? Глиттер, да. У нас тоже это обязательно. Только под глазами, да, у нас? У нас, да, подушку рисуем. Закрываем. Вы же все замужем? Серьезно, 20 ли все замужем? И у них есть ребенок. Вести, которые учатся, уже дети есть. У нас любят такие стрелки, большие, да, и вытянутые наверх. Только глаза видно. Это еще вам подарочек от вашей фанатки, от нашей клиентки. Да, это вам. Это... From client. Client? Yes. Where is she? She's going off. Куда она?
очень щедрые. И я сяду зветика. Мама сказала, нет. Если я вас не накормлю, вы не уйдете никуда. Еще это контур? Это не контур. Бронза. Ну это тоже контур уже. Без этого никак. Средние азиатские. Да. Стиль, да. Да. Мне очень нравится. Да. Спасибо. Берунды. О. О. Мы очень за это. О. Это актриса. Низ. А нижние реснички чуть-чуть прокрасим? Угу. Да? А как узлить? Прокрасим. Почему она ушла? Я не могу поговорить. Да? Вот, да? Это карандаш? Да, у нас обязательно сделают контур для губ. Простите, просто песня, контур даже губ и контур. Да. Контур темнее, наоборот, а внутри мы высветляем, и тогда губы получаются пухлее. Ты помаду не носит с собой, носит да, контур всегда? Да, обязательно. Можно мы угостим? Угостим обед? Нет, я хочу вас угостить. Чем вот сейчас я перепался? Просто какой цвет вы пользовались? Можно я показала вот этот вот тинт. Вау, это не корейский, да? Нет. Мне очень нравится. Теперь я точно не похожа на кореянку. Фиксер, да? Вам спасибо. Знаете, что у меня есть? Сейчас, подождите. Вот такая. Мне очень нравится. Так короткое время, она так хорошо покрасилась. О, в Узбекистан очень нравится. Люди слишком добрые, щедрые, всегда хорошо помогают, хорошо говорят на английском. Да, очень, да. Потому что я сейчас... Вива Мария! Кто в Ташкенте? Давайте встретимся. Я устрою 8 октября в Ташкенте в корейском доме встречу в 2 часа днем. Буду ждать вас. Вход бесплатный. До встречи!